Здарэньки булы, граждане и гражданки, с вами я, Мари Турус, а вы у меня на канале и смотрите мои видосы, и, в общем-то, это флешбэк из прошлого, или камбэк, или, в общем, как хотите, так и называйте. Это у нас рубрика «Грёбаный ЛБЗ», и да, это 54 облегченка, и только та облегченка, которая была на 8-м левеле. И, в общем-то, у нас ЛБЗ под номером 10 на ЛТ, соответственно. И что же необходимо... А, да, как же она называется? Называется она «Максимальный результат». И, как видите, это у нас вот эта вот задроченная зимняя карта. Не очень она мне, откровенно говоря, нравится на ЛТ, но, тем не менее, имеет место быть. В общем, что нужно сделать? Нужно занять первое место среди игроков своей команды по опыту. И для того, чтобы выполнить дополнительное ЛБЗ, нужно еще, в общем-то, выжить в бою. Да, кстати говоря, на какой же танк это ЛБЗ? В общем-то, это на ту самую пиндоску и ПТ-шку Т-28 концепт. Одно из самых галимых, отвратительных и вообще ненужных в игре танков, но, тем не менее, имеет место быть. Ну что, как только что вы заметили, я унес в ангар ВЗ-132. В общем-то, неплохо, неплохо, можно сказать, своего однолевельщика, или как там назови. В общем-то, короче, утащился он в ангар. И посмотрите, просмотрите, ТВП 50-51 рвет практически ко мне и получает от меня в башенку свою. Ну, сведение, выстрел и еще 280. Ай-яй-яй-яй-яй, вот она. Вот она, арта. Будь она трижды проклята и вообще неупоминаемая больше в суе. Так, ну что, прошли мы ТВП и мчимся дальше, мчимся на этот вот галимый холмик. Ну, откровенно говоря, больше мест я здесь не знаю для того, чтобы играть на, ну, по крайней мере, сейчас. Даже до сих пор я, в принципе, не нашел более интересного, более лучшего местечка для подсвета и для того, чтобы я имею в виду, ой, на этой карте, видите, арта еще злая, старая арта, старая больная арта, которая мочит, но не достает меня, тем не менее. Так, ну что, сведение, выстрел будет, нет, не будет, к сожалению, не будет, склонение орудия у советской техники, скажем так, ой-ой-ой-ой-ой, не забываем про объект 704, который стоит и контролит наверняка меня. Ну да, посмотрите, как выглядит его хобот в направлении моей жалкой маленькой тушки. Ага, вижу я союзный объект. И поехали. Сейчас, ну ладно, не успели. Ну и черт бы с ним. Тем не менее, 898 хп с противника благодаря мне уже слетело. И мы мчимся на базу противника. Опачки, какие попочки, я в засвете, и посмотрите, только что по моему засвету отлетают хп у противника. Опачки, объект, аккуратнее, пожалуйста. Так, ну что, нужно рвать когти вперед, проходим, выстрел, есть, отлично от меня, посмотрите, как отлетают практически снаряд, правда, не все. Но, в общем, тем не менее, бульдожка ушел в ангар, к сожалению, не от меня. Ну, один фраг у меня все-таки есть, один и тот же результат. Так, погнали. На! Ништяки! Да, блин, объект, ну ты какой жирный, а, че подвинуться не можешь, что ли? Отлично, тигер забрал 62-го просто. Ох! Ты смотри, какая у него толстая жопа. Не пробил я бульдожку. Ну, выстрел, пробитие, ништяк. Хотел задавить его, а не получилось. И остается у нас Чириотер, который уходит тоже в ангар. Ну что, в общем-то, бой, скажем так, середнячковый. 1407 домашки, 2888 по Вин-8. Отличный каламбурчик. Я вообще стихоплет, как Пушкин практически, только лучше. Вот, и что? Вот как-то так и получилось. В общем-то, занять первое место среди игроков своей команды пройдено. Соответственно, дополнительное выжить тоже пройдено. Поэтому вся
Все отлично, все. Что еще нужно для хорошей игры, для выполнения ОБЗ? Надеюсь, кто меня смотрел, поставите лайки. Вот, оставите комментарии под видео, как вы проходили это ОБЗ, как будете или как хотели бы его проходить. В общем-то, всем удачи, всем пока, до встречи. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Рекомендуйте его всем, всем, всем и вся. И, в общем-то, пусть будет вам удача сопутствовать во всех ваших начинаниях, особенно в боях World of Tanks. Поэтому всем удачи, всем пока, до встречи.